Я как бы для себя в жизни принял решение, что я буду как бы наравне со всеми, ну, чтобы не жалели, так вот уже почти 20 лет. Когда я на протезировании первый раз лег, я спрашивал, смотрел видео, как ребята бегают. Мне, конечно, было диковинка. Но я себе поставил цель как бы заняться этим. И вот сейчас я занимаюсь бегом. Под настроение могу как бы и двушник пробежать. У этой стопы есть преимущество. Это поворот по своей оси. На скручивание она работает. Гидрокомпенсатор пятки. Вон все вот эти воздействия, так сказать, при беге или при физических нагрузках компенсирует. Плюс здесь компрессионная поршень стоит под пяткой, и поэтому к вечеру я чувствую так же, как и в начале дня. Приседания нравится делать на этих протезах. В 2000 году ДТП на мотоцикле. Череда событий, так сказать, трагических. Повреждения были с ампутацией связаны. Я около 2 лет пролежал в больницах. После этого я только начал протезироваться. Когда они разлетались периодически, эти стопы, качество, конечно, оставляло желать лучшего. Но я понимал, что их просто нет других. Ну, еще они не появились. Потом стали появляться, естественно, и уже с ними стало веселее. Такая жизнь заиграла другими красками. Я сейчас ощущаю протез с этой инновационной стопой как вторую здоровую ногу. Нравится охота, рыбалка. Много приходится стоять на ногах, активно бросать приманки, корм да, за 100 метров, поэтому физика там очень сильно пригождается. Эта стопа всепогодная и поэтому позволяет находиться под дождем и не боится воды. Ну, я считаю, что я полностью вернулся к функционалу, которым был на 2 ногах. Сначала ты, естественно, воюешь с собой, с своим здоровьем, а потом уже, если чувствуешь, что ты в согласие пришел со своим телом, так сказать, ты уже идешь завоевывать мир.